Добрый вечер, и полегче, пусть он длится бесконечно. Это канал Максимадзе, и GTA 4 возвращается после всего каких-то жалких трех или двух деньков. Короче, сегодня у нас несколько новостей. Во-первых, Дмитрий Раскалов, этот чувак, который подставил нас, он занялся импортом кокаина. Но его арестовали. Его арестовали за что-то там кокаин у него, но этого заразу отпустили. Местонахождение его не установлено. Разыскивается за отмывание денег. Везет дуракам же, а? Ладно, сегодня мы будем продолжать выполнять задание. Мы не SQL-ы. Но нам уже дают работу. Playboy X дает нам уже работу, но мы пока. Сначала мы не SQL поговорим. Мани SQL сочетает в себе суровую городскую мужественность с мягкой души. Вот и сейчас, после зачистки 5 кварталов, он обучает группу женщин. Йоу, чувак, ты сделал все, что я похож на гея? Нет, ты не похож на гея, просто на метросексуала похож. Чувак, ты когда-нибудь слышал о метросексуалах, которые были гангстерами? Я должен выглядеть как хозяин, а не как баба. Это шоу должно меня сделать знаменитым. Черт, Нико, что я здесь делаю? Этот гениальный оператор хочет выставить меня на телеке. Транссексуалом или что-то в этом роде. А еще какие-то уроды начинают трепаться всякой фигней. Что за уроды? Ну те отморозки, которые меня тусили раньше. Парни вернулись в игру и сразу взялись за дело. Я пытался быть хорошим парнем, я сказал, что завязал, но я же вот из гетто. Это шоу дерьмо. Ой, да ладно. Нет убийственной сцены. Нам нужно чего-нибудь, кого-нибудь прихлопнуть. Да, делай что хочешь, меня это не касается. Но мы же как братья, брось, парень. Ладно, мужик, прошу тебя, заткните курок, пожалуйста. Где они? Они, наверное, едут на метро, чувак. Искал Каин. Я плачу тебе. Ладно. Видишь? Все улицы. Никакого дерьма. Они заставляют меня отплясывать в юбке. Направляйтесь к Голновинскому мосту. Да, я знаю, как воспользоваться полицейским компьютером. Не надо мне ничего это рассказывать. Думал, там Дмитрия Раскалова будет легче найти, но его местонахождение толком-то неизвестно, блин. К сожалению. Очень печально, что мы не знаем, где этот зараза. А полиции проезд бесплатный, что ли? В полицейской машине, походу, без оплаты можно проезжать через шлагбаум. Я что-то не знал об этом даже до этого. До недавнего времени. Ну, до сегодняшнего времени. Никак не следуйте за поездом. Как только с него сойдет цель, убейте ее.
Да, я знаю, куда движется поезд, только благодаря радару. Догоняй, давай, догоняй его. How am I meant to catch this fucking train? Давай, догоняй. Вон он там, сверху. Вот как полицейские сейчас будем за преступниками гоняться. Давай. Где он там? Цель покинула поезд. Легче легкого. Вот тут кто-то врезался в меня уже. Можешь больше не волноваться, что люди будут пороть всякую чушь. Ты часть гетто, чувак, прям как я. Я поблагодарю тебя в своем официальном заявлении. Без дураков. Фух, ладненько. Едем тогда к Playboy X. Стоп. Погодите-ка, одну секундочку. Давайте-ка заедем, знаете куда? Вот здесь парк у нас находится, Луна-парк. Надо заехать туда ненадолго. Я там оставлю машину полицейскую и... Там чуть нормально. Опа. Нико, встретимся на пирсе в Castle Dardens. Разберемся хорошо, посмотрим, кто ты. Полицейскую машину оставлю-ка я в Луна-парке. Там, где мы ходили вместе с Мишель в боулинг. Фу, остановимся здесь. Опа! Мне кажется, я кого-то вижу. Знакомого. Пойду-ка я подойду. А, Елена Фаустина. Нико, как ты? Миссис Фаустина, рад вас видеть. Я в порядке, ну знаете, это непросто. Да, очень непросто. Мне жаль, что так получилось с вашим мужем. Правда, чего может быть? Чего скажешь об этом подлом предателе Дмитрии?
Мы никогда с ним не были друзьями. Мой муж был не идеальным. Да уж что ж там, он был просто ужасен. Бандит, промышлявший наркотики и убийствами. Во многих отношениях мир выигрывал только его кончины. Только вот я осталась одна, мне очень жаль. И моя дочь скоро будет расти без отца. Ей скоро придется усвоить горький урок. Да, скверно. Теперь счета заморозит, дом конфискует, нам придется переехать в однокомнатную квартиру. Страна возможностей, да, лучше бы я осталась в России. По крайней мере, там люди не притворяются, кем попало. Вам нужны деньги? Нет, мне нужно кое-что больше. Мне нужен тот, кто заставит одного человека оставить мою дочь в покое. Сразу видно, что он слизняк. Думаю, он захочет сделать из нее стриптизершу. А кое-кого и похуже. Что это за парень? Один слизняк, он тусуется в Шотлере на Диллерн-стрит. Мало, я могу для вас это сделать. Но я заставлю этого слизняка отвязаться от вашей дочери. Нико, спасибо тебе, но умоляю, больше никаких убийств. Ладно. Никаких убийств. Ладно, я надру ему задницу. Что же это за чувак такой, который стриптизерш создает? Так, оружие убери. Здорово, слизняк. Не знаю, почему меня так называют русские в этом городе. Чего тебе это порыло? Я хочу, чтобы ты отвалил от Анны Фаустины навсегда. Да? А вот я хочу, чтобы мне по утрам отсасывали до конца своей жизни. К сожалению, все желания избываются. Но в таком случае я своего добьюсь. Черт, ненормальный русский. И я не русский. Черт, да ты серьезно настроен, я больше к ней не подойду. Еще раз попадешься о ней на глаза и до конца своей жизни будешь дышать через трубочку, слизняк. Ой, да. Теперь давайте приступим к заданиям Playboy X. Выполним одно из них. Брюси что-то прислал. Поезжал в магазин Персей, там одеваются все реальные парни. Купи себе нормальные шмотки. Ты же элита, пусть обложка соответствует содержанию. Вот так. С этим мы разберемся. А сейчас мы разберемся с Playboy X. Эй, как дела, золотце? Привет. Иди сюда. Дайте на пару минут. Дела зовут. Это мой город. Посмотри на него. Все букашки внизу, это полное безумие. Так я понимаю, у тебя все в норме? Да, в норме. Но ты сам как? Что тобой движет? Ну, мне нужны деньги. Я готов взяться за любое дело, если за него платят. Мне плевать, останусь ли я в живых или умру. Или я еще ищу тут кое-кого. Кого-то особенного? Да, можно сказать, зачем? Так зачем я тебе нужен-то?
Но я всегда ищу хороших парней, я собираю армию. В моей работе, знаешь, люди меняются. Деньги меняют людей. Но не меня. Я так и остался уличным пройдохой. Я слышал много хорошего о тебе. Ладно, но хочу тебя предупредить. Я маленькие деньги не иду. А что, похоже, я ограничиваю себя? Эй, ты деятель. Какого хрена тебе нужно? Тут тебе пришел кое-кто. Дуэйн вроде. Не знаю. Он что, вышел на свободу? Мой парень. Как сам? Как дела? Что же ты не сказал мне? Старик мне организовал вечеринку, созвал ребят. Черт. Я звонил несколько раз. Эй, Дуэйн, это Нико. Привет. Нико Дуэйн Фордж. Он научил меня всему, что я знаю. Не всему. Где ты остановился-то? Деньги нужны? Какие планы? В смысле, какие планы? Продолжим с того, на чем остановились. Я приехал, я вернулся. Продолжим мутить? Ты сказал «мы»? Да, «мы». Или ты забугрел? Это твоя жизнь с шелковым бельем или модными шмотками стала крутой для меня? Нет, ты такого не говорил. Ты знаешь, что все мое — это твое. Если нужна помощь, только свистни. Это славянский сын. Похож тем на то, что он тебе полезен. Ты знаешь, что сделаю? Все, что в моих силах. Но сейчас нам надо ехать. Дай мне минуточку. У людей короткая память, да? У некоторых. Это точно. Откуда ты вышел-то? Из детского сада. Ладно, Дуэйн, нам надо ехать. Пожалуйста, чувствуй себя как дома. Ну это же и твой дом-то. В принципе. Погнали, золотце. Вот, наверное, думает, что я идиот. Нам нужно попасть на аллею, которая начинается сразу за южным парквеем. Плейбой оставил оружие в машине, припаркованной у переулки. Ну ладненько. Опять этот желтый патриот? Friend, some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusuf how good we've been to him. That cat and me is gonna be tied as two cellmates. Я вот что-то говоря не помню. Я первое задание плейбоя в прошлой серии выполнял или не выполнял? Или я пропустил его? Когда разбирался с проблемами записи, перепроходил игру до этого момента. Блин, я не помню. Надеюсь, что я ничего не пропустил. Юсеф из Дубая. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins, shit. I think you might want to look at the map, playboy. Dubai isn't in Africa. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Not the motherfucker. Так, сколько ехать-то вообще надо? А, не, недалеко совсем. Недалеко. Ух, ёп. Какого чёрта моя... Наша машина даже не пострадала.
А, я догадываюсь, сейчас мы опять будем стрелять. Там трое часовых следят, чтобы никто не проник на стройплощадку. Прежде чем завалить всех остальных, сними их из винтовки. Я найду место, откуда смогу следить за всем происходящим. Если ты сможешь грохнуть этих парней, с остальными у тебя не должно быть проблем. Сверху здания надо будет засечь часовых. Избавьтесь от охранников. Вот реально, вот не помню, выполнял ли я задание вот в видео. Где на? Давайте еще одного. Где другие? На. Удачного полета. Дыш. Красиво падают. Так, еще один где? А еще одного я что-то не вижу. Он где-то на этом кране, по идее, должен стоять. Но я его не вижу. Ну-ка, может, отсюда я смогу заметить. Да нет, никого не вижу, ну фиг с ним. А может, отсюда видно? Где же он? Я его не вижу. Серьезно. Ой, там этих охранников очень много. На этом кране. Сейчас. Нет, его нету тут. Но где третий-то? Я не видел. Ну где еще? А, вон он где. Ну его там вообще, я думал, он на кране. Раз двое были на кране, значит, и этот мог бы быть тоже на кране. Но как, я вот не помню же уже, что здесь было, что не было.
еще один лидер профсоюза появился на карте. Как только попасть к нему? Здесь где-то лестница должна быть, наверное. Ну-ка. Нет, по идее как-то подняться надо. Я уже не, реально уже не помню, как подняться туда. Ну, этих я больше не вижу здесь. Ни одного. А, вот где подняться. Чёртовы иммигранты решили украсть рабочие места американцев. Вот там-то точно кто-нибудь есть. Давай, бабахни. Как он выжил-то? Да как он выжил-то? Я что-то не понимаю. Как они остаются живы, я не понимаю вообще. Вот так-то. Хотя этот все равно остался жив. Да ну его нафиг, я его застрелю лучше сейчас, чем буду убивать гранатой. Вот так вот, зараза, получили. Ну, влезай, чего ты стоишь-то? Так, еще один. Где-то тут. Последний на востоке. О, на вертолете. Ой. Он, кажется, убегает. Вон он, бежит. Yeah, yeah. Чё, подох? Я решил все профсоюзные проблемы. Как видишь, прежде чем сюда могут вернуться рабочие, здесь нужно провести генеральную уборку. Ты золотце, личный ассистент Юсупа. Не слушай, плейбоя.
Фух, да. Так. О, продолжаем, Элизабета звонит. Заткнись, Джейкоб, Нику, ты вроде понимаешь, что это растаманский трэп. Приезжай, пока у меня терпения хватает, а то сейчас палить начну. Никогда не пробовал себя вроде миротворца. Ладно, сейчас приеду. Какой-то конфликт с Джейкобом? Йоу! Йоу-йоу, блин. Ох. До добра не доведет это все. Кстати, Роман восстановил таксопарк, ему компенсацию выплатили. Может быть, попросить его прислать мне таксишку? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Надеюсь, он сможет. Эй, Роман, ты не мог бы отправить за мной машину? Все, что пожелаешь, Никобайлик, машина скоро будет. Роман отправил за вами машину, скоро она прибудет. Ее местонахождение показано синим значком. Роман сказал, что я должен тебя подбросить, ты вроде его двоюродный брат. Да, так и есть. Давай, вези меня к Элизабете сейчас же. Как вы разговариваете со мной? Еще раз что-нибудь такое скажешь, я тебе машину нафиг сломаю. Ладно, что у вас там за разборочки? Ну что еще? Ты золото, ты много для меня сделал, ты правильный чувак, не то что некоторые. Помнишь моего приятеля Дуэйна? Тот, кто вышел на свободу? Тот, кто забыли старые друзья? Да, он так думает. У него полно друзей, но он живет воспоминаниями. Поезжай в район губернатора Джонсона в Нортвуде. Дуэйн во что-то там вляпался, ему нужна помощь. Вытащи его из этой задницы. За мной не заржавеет. Я должен вернуть должок. Бывай, золото. Дуэйн появился в контактах. Ну что ж, ладно, идем сюда уже наконец. Жопу тебя драть за такие дела. Ты мне спасибо должен сказать. Серьезно? Да пошел ты со своими драдами. Ты чего несешь? Дырку тебе что ли заткнуть? Хорош нести уже ерунду. Жирная ты, скотина. Вот кто. Я тебе сейчас не тро... Эй, что у вас тряслось-то? Тут Джейк приехал. Знаешь его? Так он говорит, что это был не он. Из тех, кто меня свел. Здорово меня пригрели. А еще копов натравили. Ты знаешь, я тут ни при чем. Я не виноват. Тихо. Молись, чтобы Нику удалось все исправить. А иначе что? Иначе мы с тобой в полной жопе. Нико, придется выполнить работу за этого кретина. Я понял. Присматривай за ним. Эш ты, дела какие, а? Единственное, что ее может успокоить, это кокаин. Придется добыть его для нее. Где же больница запрошенная находится? Ой, она далеко. Ну-ка, Роман, подбрось меня, пожалуйста. Roman, it's Nico. I need a cab. Sorry, cousin, but I don't have no cabs right now. Эй, свободных машин нету. К сожалению, не всегда можно за... Похоже, что такси Романа очень популярны, раз так часто свободных машин нету. Много кто на нем ездит. Либо у Романа мало машин. Но я надеюсь, что первый вариант самый подходящий. Отвези меня к заброшенной больнице, чувак. Спасибо.
Каин и Элизабет где-то в заброшенной больнице. Это Крэг, говорят, здесь привозят письмо прямо из Бразилии, Боливии, братишка. Чисто ищи порошок, самый лучший. Теперь ты в Америке, все самое лучшее производят здесь. Если самый лучший товар производить в Мексике или в Колумбии, то там вы нафига лезете через нашу границу? Ответьте мне, пожалуйста. Охранников здесь много, поэтому тут сложно будет добраться до кокаина. Ничего, у меня бомб, гранат много. Они пока не знают, что я здесь. Машину для отхода подготовим. А, она даже открыта, ее даже не надо взламывать. Что еще? Там кто-то. Ух. Не надо меня стрелять. Он дышит еще, что ли? Если кто эти люди? Тоже наркодилеры какие-то? Здоровья уже мало. Вы нашли вещи Элизабет, и кокаин лежит на столе. Хоть что-то добыли. Товар у меня. Ты не знаешь, откуда коп взялся? Я думаю, что скоро выясню. Сперва надо перетереть с одним чувачком. Вспоминаешь, у меня тут образовалась компания, мне нужно идти. Капец, я только взял кокаин, они уже откуда-то узнали и откуда-то здесь уже оказались, с целым отрядом спецназа. А? Не понимаю я что-то их. Ну, бронежилет у меня хоть есть, уже что-то радует. Ух, он взрывается, нифига. Как неожиданно. О-о-о-о, нифига. Появляются неожиданно, заразы какие. Сваливаем скорее отсюда. Давай.
Живо. Гони. Надо отметить на радаре точку, где автомастерская находится. Это тут задерживает, конечно. Ох, оторвались как. Последнее мгновение. Я оторвался от ковов. Ты где? Чейз Пойнт с одним белым козлом. Говорит, он знает меня. Ты сюда, Нико. Здесь творится какая-то фигня. Ой-ой-ой. Как же меня вот эти заборы бесят. Джейк, о чем ты? Знаешь, походу многовато смолишь. Кажись, я знаю, откуда взялся коп. Привет, Нико. Привет, Джейкоб. Что ты здесь делаешь? Тебе здесь не место, Мишель. Похоже, что все-таки место. Видишь ли, Нико, я работаю на правительство. Мне жаль, но меня приставили за тобой следить. Теперь я вынужден попросить, чтобы ты мне отдал кокаин. Ты ведь шутишь, да? Пожалуйста, не нужно усложнять ситуацию. Слушай, они практически уже взяли Элизабету. Я в это не верю. Слушай, мне жаль, что так получилось. Действительно жаль, Нико. И тебя могли ведь и тебя засадить, не будь ты так полезен. Чёртова дрянь. Нико. Погоди, ты хочешь сказать, что ты так легко нас отпустишь, типа нам ничего не будет? Моим работодателям не помешает помощь человека вроде Нико. Офис находится в Алкогвинке. Я тебе позвоню. Если ты нам вдруг понадобишься. А теперь кокаин, пожалуйста. Черт, мне придется сказать Элизабете, что кокаин она не получит.
Вот так вот. Оказывается, Мишель притворялась моей девушкой. И, ну, девушка Нику, в смысле. И, оказывается, она решила познакомиться с ним поближе только ради того, чтобы узнать, кто он такой. Из-за того, что за ним таким способом представили следить, что он подозревается в каких-то вещах. Ну что ж, на этом предлагаю закончить эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вас лайков за подписываться, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока!